жодному разі не вмикайте Радіо Аристократи в понеділок о 10 ранку, якщо боїтеся екзальтованих конвульсій та справжнього відриву башки від бездушного електро. Ракету шалених ритмів запускає Данила Хомутовський. Бездушний електро на сайті і в подкастах. Сезон сміливості на Радіо Аристократи. Ми вас попереджали. Allora, señoras e señoritas. С вами вновь электронный подкаст, который уже вот 11 выпусков называется «Бездушное электро». Исключительные события и уникальный опыт ожидает вас сегодня. Нас поддерживает Миллер. Merci beaucoup. И сегодня, как всегда, очень хорошо, очень энергично, очень бодро мы зажжем термоядерным пламенем этот понедельник, чтобы немного поработать. Термоядерным пламенем наших сердец. И прочих чакральных зон. Я шучу, просто сердец. Да, в бездушном электро немножечко хаоса и капелечка драм энд бейса. Сегодня я не изменяю этой традиции. 12 треков у нас впереди. И они просто огонь. Я бы сказал, что это одни из лучших треков, которые мне удалось услышать за последние пару недель. Да, серьезно. Вот сейчас, например, мы слушаем Mr. Basic. Ракота называется этот трек. Гум-гам сделал ремикс на него. Сеанс связи с бездушным электро можно установить. Бездушное электро в прямом эфире в понедельник в 10 часов утра по Киеву до 11. Если вам хочется что-то сказать, кому-то о чем-то написать, передать какое-нибудь скрытое сообщение со смыслом или просто сообщение со скрытым смыслом, вы можете написать в телеграм-чат «Голоса». Он находится в телеграме. Там есть канал «Radio Aristocrat» с латиницей. Заходите, там есть ссылка на чат «Голоса». Thank you.
вы потихонечку входите в ритм. У меня вот есть для вас простой способ. Вот если вдруг, знаете, не очень заходит такая музыка, нужно, знаете, что сделать? Просто сделайте погромче. Серьезно, как только вы отвлекаетесь от всего, кроме этой музыки, она становится просто невероятной. Она получает какую-то суперэнергию, которую тут же транслирует прямо вам в мозг. Я сегодня подготовил именно такие энергичные треки, потому что температура воздуха падает, а желания жить нет. Вот, поэтому продолжим. Далее хочу пригласить сюда, в переносном смысле этого слова, конечно. Хотя, если он приедет самостоятельно, я буду счастлив. Дариус Сиросян. Трек называется «Dancer». О, кажется, стартанула битва гифок у нас в телеграм-чате голоса. Такое несанкционированное действие, которое никто никогда не начинал, но оно почему-то каждый раз начинается. Глухова написала: «Да-да, погромче, это верняк». Но от такого совета, конечно, нельзя отмахнуться. Давайте, расскажите в телеграм-чате голоса, кто из вас как сильно замерз. Расскажите, чтобы нам стало тоже немножко холодно, чтобы мы взяли и растопили этот снег. Чтобы мы сегодня, как следует, разогревшись, просто уничтожили холод до конца зимы. Чтобы наши батареи стали раскаленно-красного цвета. Все наши батареи. Потому что батареи имеют свойство садиться. И когда они это делают, их нужно подзарядить. Что может быть лучше бездушного электро в этих целях? Ольга Нагирняк что-то написала в чате таке. Я такого не чу зі свого народження, мабуть. Ольга пише: «Як я люблю понеділки!» Уявляєте? Уявляєте, наскільки багато тут енергії в бездушному електро? Люди люблять понеділки. Unbelievable. Я не можу в це повірити. Раніше понеділки були просто пеклом. А зараз це не просто пекло, це електронне пекло, в якому розкладаються на частинки наші великі серця. Never letting our minds just, 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 never
Что ж, я надеюсь, ваши пальчики, ваши ножки, может быть, даже ручки потихонечку оттаивают и начинают двигаться. Я понимаю, что вы сейчас можете находиться за рулем или, например, за рабочим местом. Или, например, в какой-нибудь другой ситуации, которую я себе даже представить не могу, но в любой ситуации, в которой вы услышите эти слова, пожалуйста, подергайте немножечко пальчиком или ножкой. Дайте о себе знать. Сквозь эту толщу цифровых залежей. Передайте сигнал в реальный мир. Пальчиком или ножкой. Тык, 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 тык. И так мы попадем в физический мир. Оу, oh, yeah. Это был Дариус Сиросян, Дэнзер. Дальше Raum Acoustic, Sometimes. Тор написал: рецепт бодрого утра за 13 минут. Да, друзья, всего 13 минут позади. Чуть больше, 15. Еду на работу с огромной улыбкой, покачивая головой и топ-топ ногой. Анатолий Пешкун написал. Да, топ-топ ногой — это класс. Топ-топ-топ-топ. В нашей жизни вообще очень многое значит. Без движения крайне сложно. А если вы двигаетесь, в любом смысле этого слова, физически или духовно, может быть, морально, психологически, это значит, что-то происходит. Поэтому при любой странной ситуации двигайтесь. Чем энергичнее, чем ритмичнее, тем, конечно же, лучше. Кроме всего прочего, двигаться — это просто кайфово. Идем дальше, и там еще больше движения. Маршал Джефферсон выступает, и его трек «Move Your Body». Ну, как его. Конечно, не его. Но этот его. Это такая версия, переосмысление старого доброго «Move Your Body».
очень мне нравится. Маршал Джефферсон. Это бездушная электро. И я с удовольствием хочу прочитать вам вот это сообщение. Аня Степина написала. Прокидаєшся такий і думаєш, ай, почну займатися спортом з наступного понеділка. Починається бездушне електро. І оп, ти вже на підлозі качаєш прес. Дякую. Аня Степіна, я дуже радий, що бездушне електро допомогло вам почати займатися спортом і рухатися. Це дуже круто. Розкажіть своїм друзям і друзям, що бездушне електро допомагає почати спорт. Темніше стає тут, в бездушному електро. І ми розпочинаємо спуск у безодню. Вже дуже скоро ви почуєте drum and bass в бездушному електро. We'll be right back.
человек, организм человека так устроен, что вот к этому моменту в бездушном электро он просто должен раскачаться. Этого, конечно, может не произойти. Но я бы тогда задался вопросом, как такое возможно? Это Джемми Джонс. Moan and groan. И это кое-что очень кочевое в бездушном электро. Это если вы еще не заметили, конечно. Я вот сразу заметил, что это просто нереальный кач. Мне прям сердечко застучало сильнее, когда я услышал этот трек. Я подумал, вот это трек! Ничего себе! Ох, как он нас всех раскачает, подумал я и включил его в бездушном электро. Появилась история. Ден написал: «Дригаючись під бездушне, розбив посуд, стілець, свою депресію та репутацію». Ну, стосовно репутації не знаю. Це все ж таки така штука, у кожного своя. А от що стосується депресії, то залюбки. Зараз будемо розбивати. Якщо вона ще досі не розбилась. Ми переходимо к drum and bass сесії в бездушному електро. И здесь я приготовил для вас работу Johnny L. Back to Your Roots. Если у вас есть возможность не сидеть в это время, то советую вам не сидеть. We'll be right back.
или запаситесь огромной силой воли. Потому что усидеть под это, я не знаю, как можно, если честно, это очень сложно. Начало, да? Ой, ребята, дальше будет все быстрее и все мрачнее. Как же я соскучился по хорошему, сочному драмчику. О! Это просто кошмар. Сочный, энергичный драмчик может сделать из любого человека гения. Потому что сочный, энергичный драмчик — это часть нашего ДНК. И драмчик воздействует прямо на ДНК, исправляя его, совершенствуя, гармонизируя. Я не знаю, мне просто так кажется. Так, идем дальше. Идем дальше. У нас сегодня, кстати, в драм-н-бэйс-сессии будут такие треки, как «Тум-та», «Тум-та» и... Сейчас, секундочку. Нет, я это не могу произнести. «Тыкатым-ты», «Тыкатым-тыкатым-та». Вот такой трек у нас еще впереди. Ну а пока... Исикль.
The Edge совместно с Metropolis. Enter the zone, I had a cyclone E. Fight for your own, caught in a maelstrom C. And this is the edge, you fall in flat. Might just tear off your flesh upon impact. Никита написал: вот это кач. Да, Никита, привыкайте. Здесь в бездушном электро только кач. Impact. Кози Мачете Быша. Зараз прочитаю вам. Це мій вихідний. Жорсткий тусич був. Я прокинувся тупо задля того, щоб подарувати сусідам бездушне електро. Яка турбота. Яка ніжність до сусідів. Козі, це круто. Анатолій Пішкун пише: «Уже не только топ-топ ногой». Я вас, Анатолій, очень понимаю. Сторожик написав: те відчуття, коли виліз з-під ковдри о 6:30, але по-справжньому прокинувся лише зараз. Саме час прокидатися, Романе, бо тут найцікавіше. Очень скоро в бездушному електро Miller Time. Ну а пока мы в ожидании Miller Time, хочу поставить для вас трек, который я анонсировал. Этот трек я лично называю «Тумта». Сейчас вы поймете почему. Слышите, да? Я очень отчетливо это слышу, и меня это очень качает. Мне кажется, этот ритм может делать какие-то невероятные вещи. Он попадает прямо в мозг, без фильтров. И то, что он начинает делать в голове, это просто восхитительно. Все мысли разлетаются по полочкам. Все вопросы находят свои ответы.
жизнь как будто бы налаживается. А потом ты такой смотришь на нее и думаешь: точно, наладилось. На какое-то время. В какой-то момент все стало понятно. Тайны всегда остаются. Это Scar, High Fives and Devil Eyes. Если вы не заметили, то мы начинаем ускоряться. Ліда Гонтар написала: «Трястя, от як можна так танцювати, щоб нафіг знести люстру зі стелі?» Шикарний початок тижня, Ліда, я вам не вірю, не може такого бути. I need a photo proof, you know? Бо сказати, що збив люстру, може кожен, а збити люстру – ні. Дуже приємну штуку написав: «Загадаю на Новий рік, щоб бездушне електро виходило двічі на тиждень, а той, хто його робить, щоб став мільйонером». Мені особливо сподобалась друга частина вашого повідомлення, звісно. Ох, як мені подобається цей синтетичний біт. Нет в нем ничего вообще натурального. Обожаю. Весь альбом хороший у Скара. High Fives and Devil Eyes. Ну а мы продолжаем двигаться вперед к нашей цели. А какая наша цель? Двигаться. Как первые одноклеточные организмы. Все, что нам нужно, это как следует двигаться. Это находится у нас в самом начале ДНК. Двигаться, 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 двигаться.
Slater, No Fuzz. Следующий трек в бездушном электро — это Miller Time. Историю рассказывает нам Тор в телеграм-чате «Голоса». Жаль, что уже на работе, пишет Тор. Показал бы соседу, как надо начинать неделю с бездушного электро. А то он с утра по кругу арбакайте ставит. Я вам сочувствую. Но вы сами себе хозяин. Следующий трек в бездушном электро называется «Тыкатым-та, тыкатыкатым-та». Я смог это выговорить. Ну, сейчас вы поймете, почему мне так весело. Далее у нас Miller Time в бездушном электро, и это очень веселый трек. Потому что под него хочется не просто танцевать, но еще и говорить. Как танцевать? Не нужно прям танцевать, двигаться. И движется не только тело, но и речевой аппарат почему-то под этот трек тоже начинает двигаться. Это удивительно, я такого не часто встречаю. Рот как бы сам начинает говорить. Тык-тык-да, 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 тык-тык-да. Все очень просто. Тыка-тым-та, тыка-тыка-тым-та. Проект, который называется Ulterior Motive. И трек под названием Intuition. Oh yeah! Сгущаются.
«Грубая сила», которая раскачивает наши тела вне зависимости от массы и роста. Здесь уже нет никаких нюансов, только кач. Вот он, чистейший кач. Если у вас нет времени отвлекаться на мелкие детали, и вы хотите получить чистый продукт без каких-либо примесей, то в бездушном электро есть такой продукт. Этот продукт называется Intuition от Ulterior Motive. И это чистейший кач без каких-либо примесей. Чувствуете, да? Я так уверен, потому что сам очень сильно чувствую, как это качает. Бездушное электро несется. И у нас еще будет один drum and bass трек, который, как мне кажется, может поставить жирную точку сегодня. Этот трек увенчает собой drum and bass сессию в бездушном электро сегодня. Так что у вас есть отличный шанс качнуть. Если вы все, что было до этого, пропустили, то это тот момент, когда можно качнуться. Вас никто не осудит. На вас никто криво не посмотрит. Потому что все понимают, что это очень-очень жирный трек. Поэтому, если не качались до этого, самое время начать качаться. Можно начать сверху, головой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Головы мало. Хочется подключить ноги.
качаем руки. Итак, все системы работают штатно. Голова, ноги, руки. Голова, ноги, руки. Кому мало, можете еще включить лицо. Лицо тоже может двигаться. Я надеюсь, теперь мы все вместе. Не осталось больше тех, кто не с нами. Если вы все же знаете кого-то, кто все еще не с нами, расскажите ему, как классно с нами. Дайте ему послушать бездушного электро. Не жадничайте, вы что, нет? Так нас будет становиться все больше и больше. И в какой-то момент... Бездушный электро овладеет этой планетой. Нет, конечно, этого не случится, но безусловно. Но рассказать другу о бездушном электро следует. Зашарить у себя в соцсетях бездушное электро следует. Я надеюсь, рано или поздно мы встретимся все вместе. Под одной крышей, с хорошим звуком. Мы отлично провели время. И, по-моему, в нас еще живет желание встретиться вновь. Это было бездушное электро. Спасибо, что были сегодня с ним. Спасибо Миллеру за поддержку. С вами был Данила Хомутовский. Желаю быть счастливыми, здоровыми, богатыми. Чао-какао.
Не вмикайте. Радіо «Аристократи» в понеділок о 10 ранку. Якщо боїтеся екзальтованих конвульсій та справжнього відриву башки від бездушного електро. Ракету шалених ритмів запускає Данила Хомутовський. Бездушний електро. На сайті і в подкастах. Сезон сміливості на радіо «Аристократи». Ми вас попереджали.